У девятиклассников Ленинско-Кузнецкого появилась уникальная возможность стать студентами. В рамках профессионального старта в течение месяца будущие абитуриенты будут осваивать различные профессии. Успех любого дела зависит от его начала. С каким сердцем, с какой душой, с каким рвением вы будете начинать каждое дело, так вы будете его делать, такой будет результат. Вам сегодня дан уникальный шанс определиться с профессией, определиться со своим будущим. Как вы себя видите в дальнейшем? Мы будем очень рады видеть вас в сентябре в стенах нашего образовательного учреждения в виде студентов. Но если вы к нам не придете, не будет ничего страшного, поскольку мы будем знать, что вы четко определились, что у вас другая параллель в жизни, другой интерес в профессию, и мы не будем 3-4 года друг друга мучить. Ну а те, кто определится с тем, что наш техникум по пути, что профессия наша вам интересна, и вы можете ей достойно овладеть, и потом приносить людям пользу, добро пожаловать в наш замечательный мир студенчества. Мир студенчества, политехнического техникума. Все новое, неопознанное, конечно, интересно для подрастающего поколения. Тем более профессиональные пробы будут включать в себя ряд практических занятий, где к профессии в буквальном смысле слова можно прикоснуться рукой. Детям гораздо проще потом сложить впечатление о той или иной выбранной профессии. Достаточно много детей, которые прошли наши профессиональные пробы, получили сертификаты об окончании этих профессиональных проб, приходят к нам, и мы их видим в качестве студентов, чему мы очень рады. Что ты как планируешь, до какого класса учиться? Да. Ну, скажи. Ну, после 9-го в техникум. Какой? Пока не знаю. А специальность какую-нибудь, что тебе ближе? Ну, инженер, механик. Инженер-механик, да. Ты думаешь, это хорошая профессия для парней? Ну, интересная, занимательная профессия. Мне кажется, она актуальна всегда, да? Ну, полезная. Я считаю, такие мероприятия нужны, и очень хорошо, что они проводятся в нашем городе. То есть, вообще, что ждешь от этого? Я жду новых впечатлений, жду знакомства с новыми профессиями. Это очень интересно, особенно, когда еще не определился. Будет здорово, я думаю. По окончанию прохождения профессиональных проб школьники получат сертификат, который им существенно поможет при поступлении в политехнический техникум. Анна Шуркова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.